Семья – это маленькая страна, в которой папа – президент, мама – министр финансов, министр здравоохранения и министр культуры. А ребенок – это народ, который постоянно что-то требует, возмущается и устраивает забастовки. Так ли это? О семьях и их ценностях мы будем говорить в новой программе национального телевидения «Чуваши. Это моя семья». А сейчас пришло время познакомиться с нашей первой семьей-участницей – семьей Ивановых. Виталий, Калиста, Арнольд и Камила. А вместе семья Ивановых. Свою семью они ассоциируют с яхтой в море, которая попадает и в шторм, и спокойно плывет в хорошую погоду. По рассказу Виталия и Калисты, их знакомство вызвало неоднозначные эмоции друг у друга. С Калистой мы познакомились уже, как вчера, только не помню, когда это было. Только она пришла ко мне на работу, начала предлагать продукцию свою. Она работала в рекламном агентстве, я рекламное агентство у нее было. Вот мы познакомились, и мне не захотелось ее отпускать, хотелось видеть. Я все время создавал ей сложности, давал такие задания, которые каждый раз заставлял ее переделать. Мне просто хотелось увидеть еще раз. И она это делала, она переделывала, наверное, уже подумала, какой ужасный клиент, капризный, все время переделывать надо. Я ее загонял тогда, только для того, чтобы видеть ее. Я думала, господи, что же ему надо, а? Ну и так, ну потом переделывать, ну давай так, ну давай сяк. Я действительно не понимала, что человеку вообще в принципе надо от меня. И если бы мне сказали, что это сидит мой будущий муж, и от которого я рожу детей, я в жизни не поверила. Поэтому вот такая вот судьба. Вот уже 10 лет Виталий и Калиста вместе. И, как признаются оба, время летит незаметно. Сейчас они воспитывают двух детей – Арнольда и Камилу. Для меня семья – это все. Это радость, это любовь, это время, это просто жизнь, без которого мы не можем. Без которого плохо. Рядом, например, нет детей – себя очень плохо чувствую. Рядом нет супруги – Калиста – тоже плохо. Поэтому семья – это то, как даже правильно сказать, это, во-первых, самое главное в этой жизни – это семья, наверное. Из-за работы Виталию и Калисте часто приходится уезжать в различные командировки. В это время, как признаются сами родители, они очень скучают по детям. И в такие моменты от тоски спасают приятные воспоминания. Ну, у меня в основном истории забавные, они все связаны с детьми. На самом деле, вот их высказывания какие-то смешные. То есть недавно они просматривали фотографии, где я была в положении с Камилой, вторым ребенком. И Арнольд рассказывает Камиле. Вот здесь, говорит, мама беременная. У нее в животике находишься ты, совсем маленькая. А она так смотрит на него и говорит: мама, а ты почему? Почему я у тебя в животике? Ты что, меня съела? То есть, ну, вот такие вот истории. Семья Ивановых очень любит проводить время вместе, выезжать на природу, ходить в лес, ездить на рыбалку. Главный инициатор подобных семейных вылазок – Арнольд. По его словам, именно свежий воздух, деревья и своеобразная гармония леса его вдохновляют. На самом деле, я могу сказать, что я своего сына очень плохо знала, потому что о всех его достоинствах я начала узнавать от учителей, то есть от преподавателя. У нас был классный руководитель Ирина Алексеевна Самсонова. И вот она мне говорила: а вот ваш сын так, так, так. Он умеет то-то, то-то, то-то. То есть, когда рядом с человеком находишься, как бы думаешь, что это нормально. Так и должно быть. У всех дети, в принципе, такие. Ну, а потом выясняется, ну, нет. Он вот умеет у вас вот так, так. Он там стихи пишет, еще что-то. То есть, он действительно очень много читает. Очень много читает. И самый любимый, конечно, его подарок – это книга. Без книг он жить не может. Это книжный магазин, это его самая любимая тема. Пристрастился к книгам с детства, и вот так и живем теперь. Как оказалось, Арнольд – человек творческий. Большим сюрпризом как для его семьи, так и для всей России стала песня, которую Арнольд посвятил президенту нашей страны Владимиру Путину. Это видеопоздравление просто взорвало интернет. Владимир Владимирович Путин стране и народу верен. Он хочет, чтобы мир был правильно устроен. Главы государств, на него взгляните. И непременно с него пример берите. На все свое мнение есть и ответ. От Америки и Запада зависимости нет. Народ уважает и ценит его.
и, конечно же, поддержит, несмотря ни на что. Я смотрел много новостей, читал много книг, и у меня сложилось общее впечатление о Владимире Владимировиче Путине. И я решил подарить ему песню на день рождения. Строки сами пришли в голову. До этого я писал папе стихи. Но я пока не совсем определился, но я хочу продвигать Россию, хочу приносить пользу России. Семья и семейные обязанности глазами мужа и жены. Со взрослыми членами семьи Ивановых мы провели блиц-опрос. Ни один из них не слышал ответы другого. Совпадают ли их взгляды на жизнь? Узнаем прямо сейчас. Давайте теперь с вами проведем небольшой блиц-опрос. То есть вопрос-ответ, короткие вопросы, короткие ответы. Поехали. Первый вопрос. Что такое любовь? Любовь – это когда две души вместе. А любовь – когда люди любят друг друга. Любовь – это семья. Что для вас семья? Семья – это папа, мама, я. Семья – это и есть любовь. Семья – это люди, которые друг друга любят. Кто глава семьи? Ну, глава семьи я, конечно. Папа. Папа. Самое яркое воспоминание? Самое яркое воспоминание – это действительно отдых, рыбалка, счастье, семья. На самом деле, каждый день привносит в нашу жизнь эти воспоминания яркие. Когда родилась Камила? А что вам нравится друг в друге? То есть вот я хочу узнать конкретно, что вам нравится в Калисте? Все. Папа у нас умный, настоящий лидер. Мама, как настоящая мама. Моя сестренка, я ее очень люблю. Теперь немножечко параллель хочу провести между, допустим, вами и животными, скажем так. То есть вот если брать вас, вы каким себя животным видите? Медведь. Калиста. Лань. Арнольд. Арнольд. Медвежонок. Камила. Камила. Ягненок, наверное. Ягненок. Как мило. Как вы представляете своего мужа? Каким животным? Медведь. А вы? Хозяин леса. А я такая пантера. Пантера. Арнольд. Арнольд. Обезьяна. А Камила? Ну, зайка такая. Зайка. Папа кто? Медведь, медвежонок. Ну, это в ласковом смысле. Хорошо, мама. Как орлица ухаживает со своими детьми. Угу. Ты? Медвежонок. Тоже медвежонок? Да. А, Камила? Зайчик пушистый. Теперь смотрите, нужно продолжить предложение. Я никогда не буду... курить. Угу. Я буду всегда... любить. И вы через пару лет? Всегда будем вместе. Я никогда не буду делать людям плохо. Я буду всегда? Говорить правду. И вы через пару лет? Через пару лет? Опять с вами встретимся. Здорово, спасибо. Я никогда не буду... предавать свою семью. Я буду всегда... защищать ее. И вы через пару лет будете жить в доме счастливо. Все, молодец, спасибо. Как строятся крепкие семьи и как сделать семью дружной? Ответы на эти вопросы смотрите в нашей специальной рубрике. Здравствуйте, меня зовут Мария Шоклева. По образованию я психолог, на деле педагог и автор многих детских программ. За 13 лет работы с детьми на телевидении я убедилась, что самые талантливые ребята вырастают в крепких и дружных семьях. Итак, как же сделать семью такой? Уверена, вы прекрасно понимаете, что для этого надо потрудиться. Помогать друг другу, проводить вместе праздники, выходные, а еще обязательно творить. Предлагаю вашей семье придумать и сделать свой герб. Да-да, самый настоящий герб, символ вашего рода, как в средневековой Европе. Для начала придумаем девиз, в нескольких словах описывающий кредо вашей семьи. Ну, например, «щедрые и всепрощающие». Вряд ли в семье с таким девизом вырастет злопамятный скряга. Девиз обычно пишут на яркой ленте сверху, а в центре герба на щите располагают основной символ. Это может быть какое-то животное, растение или предмет.
Так книга покажет любовь семьи к чтению, якорь с парусами, тягу к путешествиям. Предметы могут намекать на профессию, образ жизни, хобби. Это могут быть детали, понятные только вам. Спелая вишня из бабушкиного сада, куст боярышника, росшего возле вашей первой квартиры. Символы, естественно, многозначны. Порой опытный геральдист, увидев рыбу на гербе, начинает философствовать, что бы она могла означать. Мудрую женскую молчаливость, умение плыть по течению, а оказывается, что в этой семье просто любят рыбалку. И пусть лишь узкому кругу друзей будет известно истинное значение вашего семейного герба. Немалое значение имеет и цвет. Красный – символ смелости, зеленый – радости, голубой – верности, желтый – богатства. И, наконец, на гербе нужно как-то указать фамилию вашего рода, пусть даже одной буквой. Родовой герб можно нарисовать красками, распечатать на фотобумаге, вышить из бисера и, конечно, повесить на стену гостиной. Пусть сделанный вами герб семьи станет фамильной реликвией, которую ваши дети передадут своим внукам, а те – правнукам. Удачи! В давние времена художники-портретисты пользовались особым уважением. Вглядывая в старинные портреты, мы видим, что мастера старались не просто изобразить лицо человека, но и раскрыть его характер и внутренний мир. Портрет мог многое рассказать о личности и ее социальном статусе. В современном мире этот термин также используется в психологии. А для того, чтобы составить психологический портрет семьи, нужно пройти ряд тестов, которые определят взаимоотношения в семье и к близким родственникам. Составить такой портрет семьи Ивановых мы отправились в Соляную пещеру, чтобы совместить приятное с полезным. Здравствуйте, дорогая семья! Рада вас приветствовать сегодня. Мы встречаемся с вами для того, чтобы сегодня провести психологический тест. Он называется «Рисунок моей семьи». Более чем уверена, что вы знаете друг друга очень хорошо. Сейчас вам предстоит работа. Вы получаете лист ватмана. Я выдаю вам краски, карандаши, мелки. У вас будут фломастеры. И ваша задача – нарисовать портрет, но не лично каждого участника, а всей семьи в целом. Вы можете нарисовать себя, вы можете нарисовать все, что имеет отношение к вашей семье, все, что вам интересно, все, что вам дорого. Ну что ж, приступим к выполнению этого задания. Готовы? Готовы. Готовы. Всегда. Первой за дело взялась Калиста. Она сразу определила, что нужно нарисовать. Я буду рисовать главного в семье, это у нас папа. Прекрасно. Вообще, мне кажется, рисунок должен быть такой: папа, мама, Арнольд, Камила, все держатся за руки, там солнышко светит, травка зеленеет, домик рядом, птички поют. Прекрасная идея. Следом за Калистой в бой вступил глава семьи Виталий. Давай я тоже нарисую. Потом дорисую. Давай. Да, красавица из меня та еще. Ну что, как могу? Я понимаю. Ну ты молодец, я вообще ничего ни разу не видела такой красивый портрет. Нравится? Да. Меня, мне кажется, мой любимый первый раз меня рисует вообще в своей жизни. Готова. Арнольд, ты теперь? Танечка, давай. Ты Арнольдика рисуй, а Арнольд будет рисовать тебя. Итак, работа закончена. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Сначала я спрошу всех участников этого рисунка, что вы здесь видите. Камил, начнем с тебя. Готова? Что здесь нарисовано на рисунке? Расскажи, пожалуйста. Угу. Мама. Я, мама, папа, Арнольд, домик и девять. Все, Камила, ты перечислила все. Калист, вам слово. Вижу здесь семью. Угу. Солнышко светит, травка зеленеет, дом на месте, лодочка, сад цветет.
Так. Рядом пальмы, море. Угу. Ну, тучка, правда, грозная появилась, но ничего страшного. Ветром, я думаю, ее сдует. Слово мужчинам. Ну, здесь вообще практически это наша семья. И здесь мы в той самой обстановке, в какой находимся всегда. Это наша семья. Здесь вся правда. Ну, хорошо, я поняла то, что вы мне рассказали. И сейчас готова вам сказать то, что я вижу на вашем общем рисунке. Готовы услышать? Да. Ну, тогда начинаем. В центре внимания действительно семья. Папа, отец во главе семьи, в центре рисунка. Очень часто рисунки рисуют немножко иначе. То есть там идет, допустим, отец, мама, а потом дети в порядке убывания в силу их возраста. Здесь папа в центре. Он не в самом начале, а именно центровая основная фигура. Вероятно, вот вы знаете, такой основной участник, вокруг которого происходит, возможно, многое в этой жизни. Я обратила внимание на то, что супруги, да, они выдержаны в размере, то есть действительно взрослые в этой семье являются главными участниками. У вас нет такой, знаете, перевернутой ситуации, когда дети самые важные участники семьи, и, допустим, они там говорят, как поступать взрослым и так далее. И было очень интересно, что вы рисовали на этом рисунке не каждый себя. Логично было бы сделать так. Каждый рисует себя, а вы рисовали друг друга. Это как раз говорит о том, что для вас очень важны отношения, которые есть в семье. И вы знаете, каждый другого так же может быть, как себя. Я хочу сказать, что у вас в семье есть такое понятие, как взаимозаменяемость. И вы легко можете, скажем так, если кто-то что-то не доделал, другой тут же подхватывает и делает это. И еще важно, я увидела, как вы здесь взаимодействовали, потому что группировались очень быстро. Бывает, сели, сидят статично все, рисуют каждый в своем уголке. Здесь были перестановки, мы пересаживались не один раз. И это говорит о том, что вам и в отношениях очень легко и удобно друг с другом. Вы чувствуете себя очень комфортно в своих отношениях. Я могу сказать, что ваша семья относится с уверенностью к разряду счастливых семей. Впечатление самое приятное. Я полностью, конечно, согласна с Ольгой. В принципе, ничего такого нового я не скажу, что узнала. Но в любом случае, мне приятно слышать такие отзывы именно от специалиста, который вот может делать такие выводы. А очень интересно, на самом деле, мы никогда раньше такого не делали, никогда не рисовали вот семьей вот такие вот портреты первый раз, и мы сохраним этот портрет на память. Итак, дорогая семья, у вас еще одно задание. Сейчас вам нужно будет составить скульптуру. Один миг из жизни вашей семьи. Все что угодно, как вы хотите. Встать, построиться, что-то изобразить при помощи мимики, жестов и замереть в этой позе. Начали. Итак, 1, 2, 3. Замерли. Фото. Я хочу сказать, что второе задание подтвердило то, что мы с вами уже увидели и услышали в первом задании. Родители сосредоточены друг на друге, то есть вот эта вот параллель, она работает и здесь. Вы главные люди друг для друга. Дети в это время заняты, они играют, никто не мешает друг другу, каждый занят своим делом. И я так понимаю, что все довольны и счастливы. Виталий, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от теста. Согласны ли вы с мнением Ольги, нашего психолога? Ну, я думаю, что на все 100%. Ну, то, что мы сюда пришли, соляная шахта, очень приятно, на самом деле, необычная обстановка, но вообще, на самом деле, очень понравилось. Здорово. Что касается тестов сегодня, которые проводили, ну, они абсолютно правильные с точки зрения вот, ценности семьи, наверное, да, она всегда должна быть, есть и будет, потому что для семьи ничего важнее нету, чем общий интерес, общие цели. Многодетные семьи. Сегодня это понятие вызывает у нас некоторое удивление. В современном мире многодетными считаются семьи, в которых воспитывается от 3 детей. А дома, где растут 19 детей и более, кажутся нам просто фантастическими. Тем не менее, раньше именно такие семьи пользовались популярностью. Давайте поговорим о самых многодетных семьях в истории нашей планеты. Рекордсменкой в истории создания семьи считается жена шуйского крестьянина Федора Васильева. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многодетная мать в истории. Крестьянка за всю свою жизнь родила 69
9 детей. Еще одна мать-героиня сейчас проживает в Чили. Леонтина Альбина за 40 лет родила 55 детей. Многодетные дети среди звездных семей, например, всем известная пара Джоли Питт. Эти звездные родители воспитывают 6 детей, 3 из которых усыновленные. Для каждого праздника придуманы сотни различных песен и мелодий. У каждой семьи тоже должен быть свой гимн. Его можно сделать, выбрав уже существующую песню и просто изменив слова. Но если у вас музыкальная семья, вы можете сочинить не только текст, но и музыку. Так, например, сделала семья Ивановых. Давайте посмотрим. Я с тобой во всем помогу, любой из сложностей руку протяну. Знаю, ты сумеешь, в этой жизни много, есть твой светлый путь, ясная дорога. Люби твои мечты, живи, пусть не играет красками и люди снимут маски. Я хочу помочь в этой жизни многим узнать все о том, как же мир устроен, и открыть то место, где еще есть нефть, объяснить народу, что такое честь. И сейчас то время, когда вы другие, с целью умные и молодые, поколение новое снимет нас преграду, предстоящий мир для людей награда. Люби, твори, мечтай, живи, пусть жизнь играет красками, и люди снимут маски. В дворе сегодня 21 век, время алкоголя и шумных дискотек. Я хочу людей всех вернуть к культуре, пробудить любовь к родной литературе. Взрослые, возьмитесь за своих детей, это же задача наших властей. Только вместе мы сможем сделать дробу, надо прямо сейчас, не тяните дробу. Люби, твори, мечтай. И люди снимут маски. Кто сумеет взяться, провести работу, обретет любовь, станет повороту. Жизнь откроет сразу все цветные краски. Так давайте это придадим огласке.